На 150% выросло число автомобилей, работающих на газе в Самарской области в прошлом году. Данные озвучены на заседании регионального правительства. Развитие газомоторного рынка – одна из главных задач, которую ставит федеральное правительство. В области уже более 50 тысяч машин используют данный вид топлива. В регионе активно строятся специализированные заправки. В этом году запланировано открыть еще 5 станций, а 2 реконструировать. Свои сети ГЗС в субъекте намерено развивать несколько крупнейших отечественных добывающих компаний. Правительство региона уже готовы выделить под них 40 участков. Также планируется ввести льготы для тех автовладельцев, кто отказывается от традиционного топлива. В Самарской губернской думе обсуждается проект закона о внесении изменений в соответствующий закон о транспортном налоге на территории Самарской области. Данное предложение призвано снизить величину транспортного налога, по сути, обнулить для монотопливно-газовых автомобилей.